посмотрите, сколько из нее вытекло воды. Всем привет! Купили сегодня такое прекрасное филе зубатки, картошечку. Хотел я все это делать в фольге, но, к сожалению, там такое ветрюга, что делать в фольге замучаешься. Поэтому было принято стратегическое решение просто порезать на кусочки и пожарить филе на сковородочке вместе с картошечкой. Использовать мы будем лимончик, кумин, то бишь зира, смесь перцев и сольку. Сейчас все это нарежу на куски, посолю, поперчу, сбрызну соком. Там костер у меня уже запален. Поставлю сковородочку и буду все это дело жарить. А в фольге тогда уже сделаю в следующий раз. Параллельно, пока я буду сейчас все это жарить, картошка у меня уже нарезана, жена, как обычно, нарежет салатик, огурики и помидорики. Короче, фигачит с дикой силой тут ветер. Не успеешь бревнышко закинуть. Уже почти все сгорело. Так. Поэтому водичку я слил. Сейчас быстренько закидываем картошечку. Все это дело обжарим. И о, полетело во все стороны. И жарим рыбку. Не поваляешь, не поешь. Так, маслица надо побольше. Выгорает она тут моментом. Все время подкидывать дровишек. О, ветер как фигачит. Приготовил картошку под то, чтобы закладывать вместе с рыбой. Поэтому нарезал кружочками. Надо было, конечно, кубиками или соломкой. Сковородка не очень большая. Ну, сделаем тогда ход конем. Я это дело еще и прикрою. И будем надеяться, что все это сейчас... Ну, он прогорает моментом. Все это быстренько сейчас пожарим и закину рыбку. Короче, пока тут все это дуло раздувало, в общем, картошечка у меня пожарилась. Уже стемнело, я тут свет подключил. У меня, к сожалению, всего одна лампа. Ватт на 20, по-моему, из Касторамы. Надеюсь, будет видно. Пока ходил тут за светом, подключал. Она уже даже немножко успела подгореть.
Ну так, слегка. Даже не то, что подгореть, вот такая одна сторона чуть больше пожарилась. Но я уж не буду вторую выводить в цвет. Принес уже рыбу. О, ветер. Надеюсь, будет слышно, что я тут говорю. Ветер фигачит с дикой силой. Да, думал, конечно, сделаю вкусней в фольге. Но на таком ветру это просто нереально. Поэтому пожарю так. Крышечкой. Буду надеяться, что это все видно. Короче, я отошел, поставил рыбку, вся вода была слита. Вот, у меня даже еще осталось. То есть, если видно, то вот тут совсем чуть воды. Это все, что с нее стекло. Я думаю, ну, стекло и стекло. Закрыл крышкой. Прихожу. Ну, из-за того, что ветер все раздул на моментом. Там ничего не горело, там просто угли были. Вы посмотрите, сколько из нее вытекло воды. Ну, это ж трындец какой-то. То есть она стоит недорого. 339 рублей за килограмм. Но сколько в ней воды? Как так? Я хотел рыбу пожарить, я не хотел вареную рыбу. Это сковородка, а не кастрюля. Не знаю, сейчас вот крышку снял, подкинул еще дров. Ну, буду это выпаривать. Ну, потому что, ну, как это? Что это такое? То есть платим за что? За рыбу или за воду? Я вот думаю, а если бы я ее запихал в эту самую фольгу, чтобы там было? То есть она просто вся вот вытекла, вот так получается. Ну, бред какой-то. Сейчас попробую тут кусочек оторвать. Не, ну так-то. Рыба нормально. Но я не этого хотел. Весь смысл этого видео. Там прогорает все, что может, из-за того, что ветер херачит, как хер знает что. Короче, эту долбанную вареную рыбу я пожарил как смог. Ешь. Вопросов нет. Хотел же рыбу пожарить. Месиво просто. Не, она еще более-менее кусками, конечно, но... Ну так-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Главное, пишите комментарии. Всем пока-пока.